Яблоку негде упасть. Это самое точное описание того, сколько людей захотели принять участие в гонке «Лыжня России». Более 5000 человек приехали в субботу к повороту на поселок Ворские, чтобы проверить свою выносливость и полюбоваться зимним пейзажем. Погода приятно удивила, легкий мороз и яркое солнце сделали трассу по-настоящему удобной для прохождения, как коньковым, так и классическим стилем. Дистанции стандартные, 5-10 километров, также дистанция VIP. И у нас плюс еще здесь дают норму ГТО в пределах этих соревнований. Это дистанции 2, 3 и 5 километров. Спорт или здоровый образ жизни – разница вкусов только сплачивает людей. Ведь на Лыжню России приезжают вместе с семьей или коллегами. Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова прибыл одной из самых массовых делегаций. Профессора, преподаватели, студенты – более 70 человек вышли на старт, готовые доказать, что болезни нужно не просто лечить, а предотвращать. Однако даже в таком нехитром деле, как лыжи, они привыкли разбираться досконально, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. У нас кафедра есть, кафедра физической культуры и здоровья, которая готовит методически их к лыжным гонкам и советуют, как работать на лыжне. И контролирует их. Хорошее впечатление. Некоторые у нас здесь и победители, там, и призеры некоторых областных и всероссийских соревнований лыжных. Поэтому им участвовать очень даже хочется. Студенты Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова выходят на старт уже больше 10 лет. Каждый год личным примером их вдохновляет ректор вуза. В этот раз Роман Калинин, как и большинство участников гонки, выбрал трассу в 5 километров. Это абсолютно хобби. Наверное, даже больше стараюсь на своем примере помочь детям, чтобы они приобщились и к лыжному спорту. Занимаюсь больше общей физической подготовкой, а лыжи зимой для души и вместе с коллегами, с коллективом, с семьей. Однако ректор вдохновляет не только подопечных, но и родных. Трассу он прошел вместе с маленьким сыном. Это мое хобби, так я занимаюсь дзюдо. Первый раз я 10 километров бежал, а второй и третий раз я по 5 километров. Сила духа и здоровая привычка – вот что такое «Лыжня России» для тех, кто утром субботы вылез из теплой кровати, чтобы одновременно со всей страной стартовать в самой масштабной лыжной гонке.